Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией для любителей заработка без вложений. Сегодня хочу поделиться буксом. Называется Smorfabooks. Регистрация здесь непростейшая. Имя, фамилия, логин, имейл, пароль. Ставим галочку, нажимаем регистрацию, вход по логину и паролю. Значит, минимальный вывод здесь на стандарте, абсолютно без вложений, от 10 центов. Набираем 10 центов, ставим на вывод. Здесь пошли уже первые выплаты, букс новенький, доллар 23 уже выплачено. Если мы перейдем вот сюда, в самом низу, история платежей, здесь вот плохо видно. Видно вот 16 центов, 19. Уже пошли как бы выплаты. Я здесь уже зарегистрирована. И на балансе у меня 8 центов. Мне чуть-чуть не хватает до минималки. Завтра я еще просмотрю рекламку. И у меня как раз будет нужная сумма для вывода. И если будет у меня возможность, завтра я запишу видео по выводу. Платит он или нет. Вот как видим, минимум 10 центов. Значит, давайте пройдемся здесь быстро по вкладочкам. Ну, вот это наша домашняя страничка. Здесь будет сообщение от администратора. Это депозит нам не надо. Здесь upgrade аккаунт. Это по желанию на стандарте. Как бы без вложений мы, и вывод длится 3 дня. Ну и минимальный апгрейд здесь 1 доллар. Далее идем. Так, вывод я вам показала. Вкладочка баннеры. Находится 2 баннера и реферальная ссылочка в персональные настройки. Здесь ставим галочку, здесь галочку. Прописываем платежные реквизиты PayPal, Perfect, Payer и счет Skrill. Далее сюда вводим пароль, который указывали при регистрации, и нажимаем сохранить. Ну и все. Вроде как здесь будут отображаться наши партнеры. Здесь история. История депозита, история вывода, на чем мы здесь зарабатывать будем. Здесь все очень просто. Я только зарабатываю вот на просмотре сайтов. Здесь далее сами посмотрите. У меня все просмотрено. Ну, здесь стандартно мы просматриваем. Здесь мы, если кликнем, нас перебросит на страничку, просто загрузится шкала и разгадаем капчу. А здесь капча обычно перевертыши. Здесь появится кружочек. Кликаем на кружочек. Перебрасывают на страничку. Опять шкала. Выбираем перевертыш. И как бы нам зачет. Вот здесь так нормально рекламки. У меня все просмотрено. Что еще? Это реклама в форум. Также переведете на русский. И здесь можно почитать. Здесь уже пошли вот история вот платежи и доказательства. Как бы здесь уже пошли первые выплаты. Да, вот 13 центов кто-то выводил. Вот это Япония, что ли, страна или что, ну не знаю. В общем, иностранцы. Так, форум почитайте. Суппорт, это здесь навряд ли будет поддержка отвечать. Ну и выход. Вот такой простой букс. Вот. Кому интересно, присоединяемся. Неинтересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.